Вы снова на канале «Все про GPS-мониторинг» и с вами Алексей Поздняков. В сегодняшнем нашем видео мы разберем и посмотрим на такое оборудование, как видеомониторинг транспорта. Сегодня на нашем обзоре представлен видеокомплект от компании Tenswell на 4 видеокамеры, который предназначен для снятия видео с транспорта в режиме офлайн. Итак, в состав данной системы входит видеорегистратор основной, да? Видеорегистратор, монитор, это по желанию, он в комплект входит, но по желанию его можно устанавливать в кабину для водителя, можно не устанавливать. Крепление, пульт дистанционного управления и 4 видеокамеры. 4 видеокамеры, особенность видеокамер о том, что они предназначены именно для уличного использования, потому что у них идет металлический антивандальный корпус и степень защиты для температурного режима. В описании будет примеры работ, ночная съемка и дневная съемка. Данный комплект у нас поедет сейчас устанавливаться на грузовой транспорт, на сельхозтехнику, поэтому вы увидите, как это работает на практике. Я поподробнее остановлюсь на данном устройстве. С тыльной стороны мы видим подключение, выходы подключения видеокамер и подключение монитора. С данной стороны подключения есть один интересный разъем, карту памяти, флеш. Данный разъем закрывается и закрывается на ключ, для того, чтобы водитель или кто-то другой не смогли вытащить камеру и не стереть какие-то моменты. Индикация работы и отверстие подкрепления. Данному комплекту идет пульт дистанционного управления и разъемы крепления. Также ключи закрытия. Итак, в комплекте идет еще монитор с полями от солнца, антибликовыми полями. И крепление для удобности выставления. Также идет пульт дистанционного управления. Это для того, чтобы водитель мог настраивать и переключаться между камерами, которые ему доступны. Видео с этих видеокамер может видеть собственник транспорта удаленно или в записи с SIM-карт. В комплекте идет две камеры купольные, да, и две камеры направляющие. Вот так кратенький обзор, из чего состоит данная система. Вот этот комплект, обозначу, что данный комплект, он предназначен для офлайн как бы мониторинга. То есть, что это означает? После каждого рейса ответственный человек или собственник вытаскивает карту на памяти, вставляет ее в компьютер и просматривает. Также есть модели мониторинга, которые позволяют делать в режиме реального времени. Значит, что касается стоимости, данный комплект стоит порядка 20 тысяч гривен. Вот все, да. Комплект с онлайн-мониторингом на 4 камеры с экраном, с регистратором будет составлять порядка 23 тысяч гривен. С НДС, соответственно. На этом все. В следующем видео я покажу вам подешевле комплекты оборудования, которые предназначены для внутреннего использования. Не этот комплект для внешнего, а я покажу вам для внутреннего использования. Это там для общественного транспорта. В общем, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях и поставьте лайк, если вам данное видео хоть чуть-чуть понравилось. До встречи.